с тобой делать нелегальные вещи так же, как и людям. Я сегодня беременная, меня тошнит. Платье ему на все праздники подарки. Что, Тикс и Кит-Каты? Нет, зашибись, такой. Мятные лежат, грызлы. Почему я не пошел? Привет, вы на канале «Наша жизнь в Америке». New life, it's my life. И сегодня я возвращаюсь. Скажи это слово. Ну, я не понимаю, как его правильно сказать. В общем, я была на конференции, посвященной профессиональному росту. Но я думаю, что она все-таки немножко не профессиональному росту была посвящена. Ну, скажем, нас поприветствовали в нашей профессии. Я больше так считаю это. Ну, конференция сама вся была рассчитана на 4 часа. Мы, в принципе, за 4 часа и справились. После того, как мы прошли регистрацию, все, кто
до этого подписался на эту конференцию. У нас был ранч, мы все обедали. Что у нас было? А как это проходило? А, вначале вы где-то записывались? Да, моя профессор курировала вообще это все. Я подошла к ней, записалась, что я пришла. Она мне выдала бейдж, потом она мне выдала бумаги, которые мне нужны будут на первой части конференции. И сказала проходить в комнату, потому что изначально это все планировалось в большом зале делать, но потом решили, что это будет занимать просто третий этаж нашего билдинга, где мы занимаемся. В одной комнате были поставлены столы, как на банкетах, типа по 4. И стояла еда, и берешь, садишься, кушаешь, общались, там знакомились, все. Потом это было минут, наверное, 40. Пока все кушали. Очень много было тех, кто уже работает, но уже и не учится в Элькамино колледже. В общем, всего было порядка 60-65 человек. Но пришел на конференцию. Да, да. А мы как покушали. Я не знаю, Сереж, без понятия. Нас агитировала наша профессор, которая все это интегрировала. Первый человек, когда мы кушали, начала выступать женщина еще пока мы кушали, потом я даже, поняла, кто она. Она является, в свое время она успела и в элементарии школе поработать, и потом консультантом побыть при колледже. Сейчас она работает в школьном дистрикте, и она отвечает за набор персонала. Рекрут, короче. Что-то у нее... Охотник за головой. Да, да. В общем, она очень веселая, она такая говорит, наша цель вообще, чтобы вы поняли, что вы нужны стране, что вы нужны в профессии. И говорит, чувствуйте себя свободно, чувствуйте себя комфортно. Она старалась чуть ли не каждому там по имени обратиться. Uh-huh. Что-то говорит, и тут же я обратила внимание, что это очень хорошо. Я просто всякие вещи пытаюсь запоминать, да. Она же нас никого не знает, но когда входила Джина в класс, она такая, Джина, да-да-да, проходи, ничего, что ты позже. Она со всеми за то время, 40 или сколько минут она говорила, да, она каждого назвала по имени и немножко перебросилась с ним словами. В общем, она рассказала о себе, она рассказала, почему она пришла в профессию, как она пришла, с какими трудностями столкнулась. Немножко рассказала о себе, о том, что у нее двое близнецов, все любят делиться своей личной жизнью, там, кто чего женился, кто с кем развелся, это все рассказывают о себе, Потом она что рассказывала, когда она уже перешла к более такой, я считаю, профессиональной части, она рассказала о том, что в ближайшие 5 лет Калифорнии нужно как минимум 100 тысяч учителей. И она говорит, и мы рады вас видеть здесь. И мы, говорит, для вас, мы хотим, чтобы вы шли в профессию, чтобы вы работали, чтобы покрыли, так сказать, нужды наши. Вот. Она рассказала, говорит, что если вы думаете, что это важное решение стать учителем, прийти в эту профессию, если вы, говорит, вы думаете, что у вас останется персональная жизнь, она говорит, я вам скажу, нет, ее не будет, говорит. И если вы думаете, что вы сможете лавировать и делить свою персональную жизнь и общественную, говорит, нет, забудьте, и такого не будет. Не будет больше в Инстаграме, говорит, фотографии с большой этой самой кружкой пива. Она говорит, я люблю пиво, я пью пиво. Но я, говорит, понимаю, кто пей я. И пиво. Да. Ешь мясо. Она говорит, потому что, говорит, поверьте, говорит, я проверю каждый ваш аккаунт, все ваши социал медиа. Вот. Но она смеялась там, она, наверное, из всех, кто выступали, она такая сама была смешная. Такая на позитиве, очень смешная. То, что нету жизни, я тебя перебью. Ее нет. Видно по нашим учителям, которые работают в школе. Да. То есть то, что они дают, то, что они проверяют, то, что они на уроках ведут. Постоянно что-то присылают на почту, постоянно что-то пишут. То есть, Сереж, ты обратил внимание, что после того, как мы собирали дочь с отборов на спортивное соревнование, миссис Ньювелл машина стояла возле школы. Это значит что? Она была в школе. А время какое было? Потом она рассказала о том, как важно
вот в этом во всем очень хорошо плавать, стараться, держать и все, чтобы было хорошо, но как важно давать себе психологически, типа, отдохнуть от всего от этого тоже. Что не нужно, типа, игнорировать дни, которые вы можете взять как day-off. Типа, их нужно брать, потому что нужно отдохнуть. Потом она рассказывала какие-то смешные случаи с того времени, когда она учителем была, и как она находилась с детьми. Она была в элементарии, в младшей школе, получается, учителем, и как ей пятый класс ее, у которого она была, хотела сказать, домашним, но она и есть, она же переводится как home teacher, как домашний учитель, да. Ну вот как у Антошки мисс Крам, она говорит, они пришли и сказали, типа почему вы нас заставляете каждое утро выстраиваться в линию и молча заходить в класс, говорит, нам не нравится стоять в линии, нам, говорит, она говорит, я села и подумала, действительно, почему, она говорит, хорошо, говорит, но... Он говорит, давайте договоримся так, проведем недельный эксперимент. Если вы сможете заходить группками в класс, ну, нормально, типа, не вызывая ажиотаж в школе, не будет бегать, типа, не ударяясь лбом в косяк, короче. Да, она говорит, то, говорит, давайте попробуем. В общем, неделю они попробовали, ничего не получилось. Дети пришли и сказали, что мы готовы пробовать еще одну неделю, если не получится, значит, ну, типа, сломала система. Они попробовали и получилось, и... она стала им разрешать без вот этого, без этой линии, потому что она говорит, ну в конце концов мы же не роботов растим, что тишина, по стойке смирно, зашли в класс. Она говорит, нужно быть все мягче, нужно понимать детей. Добрее, потом она, да, потом она сказала, что обязательно, говорит, нужно иметь себе в школе персону, кто точно такой же, кто будет с тобой делать нелегальные вещи так же, как и ты. Ну, типа, допустим, я сегодня беременна, и меня тошнит, типа, не можешь ли ты присмотреть за моими, пока я уберусь в классе? Ну, два учителя, чтобы у тебя друзья были, чтобы кто-то мог тебя... Ну. При этом она посоветовала ни в коем случае, она говорит, вообще, говорит, покупайте ему на все праздники подарки. Вы, говорит, знаете, кто для вас будет важнейшей персоной, типа, в школе? Мы все такие, ну, как нормальные люди, говорим, дети? Она говорит, нет. Говорит, покупайте этому человеку подарки, поздравляйте с днем рождения бабушки, помните имя его кота и приносите коту подарки. Это, говорит, офисный работник, как она вот это называется наша? Ну, секретарь. Типа. Ну, типа секретарь, да. Говорит, потому что, говорит, поверьте, этот человек либо будет делать вашу жизнь очень изи, типа и хэппи, или, говорит, у вас будет ужасная жизнь, и вы будете искать район, в который вы будете переезжать, чтобы подальше от нее. Говорит, ну она так прям советовала, и так интересно, она говорит, помните день рождения бабушки, имя кота, отмечайте все с ней праздники, как бы. Говорит, от нее зависит ваша жизнь. Вот кем надо становиться. Вот. Ну, потом мы от себя, значит, подарили ей букет цветов. Я не знаю, кто мы и сколько нас, но когда она закончила и сказала, что говорит, типа, я очень рада, я рада буду всем вам через какое-то время, типа, ну, подписать, типа, грубо говоря, с вами контракт о приеме на работу. Типа, вы мне все понравились и всякое такое. Вот, и в этот момент наша профессор встала и сказала, мы в свою очередь хотим вам, типа, цветы подарить, типа, туда-сюда. Она говорит, я смотрю, вы, типа, быстро учитесь. И говорит, ну я побежала, мне в 3 часа нужно моих близнецов забирать из школы. Так вот, было 60 человек, а вас же в группах учится. Ну, никому, значит, не интересно. У нас учится 52 в одной группе человек. Очень мало заинтересовалось. Мало заинтересовалось. Даже учительница шагитировала, еда будет бесплатная. То есть со студентов. Я же тебе рассказывала. Ну, я рассказывала это на канале. Да, да. Со как парень сказал, что если пицца была, типа я пошел. Ну, я не знаю. Из своей группы я видела Тиффани, Джина, еще одну девочку, которую я не знаю. Ну, я знаю, что она сидит где-то на дальних рядах, я ее. То есть у вас всего человек 5. С моей группы было человек 5. Но дело в том, что у нашего профессора, да, ну, группы 4 она учит сейчас. Если 4 по 5, то это 20, а ты говоришь, человек 61. То есть остальные все это уже работающие пришли, да? Возможно, работающие. Возможно, Сережа, в других же группах тоже, может быть, что-то про это говорили, кто связан с Child Development. Не только же наш преподаватель для своих групп это организовал. Потом мы докушали. Так, это вы все еще жрали, ну, блин? Мы кушали, она это самое, она говорила, вставайте, не стесняйтесь, берите, берите, говорит, а наша учительница, ну, наша профессор в это время сказала, что, говорит, и вообще, говорит, в идеале, чтобы вы все это доели, потому что, говорит, я не собираюсь потом неделю дома есть, типа, беру эту розалью, типа. Вот, ну, да. А потом нас,
мы перешли в другую комнату, в другой класс, где нас ждал, я не знаю, как сказать ее должность, она работает в нашем колледже, и это человек, который самая верхушка финансовой помощи, как это сказать? Ну вот она менеджер, сказала там, так. Ну в общем, она самая верхняя, кто отвечает за всю финансовую помощь. И она, ну она прекрасная просто. Та была веселая, это прекрасно. Она очень легко и просто раскладывала по полкам по финансовой помощи. Как заполнять, как обращаться, она всячески настаивала не стесняться и приходить и спрашивать. Плюс она дала совет, что очень многие боятся брать вот эти, допустим, калифорнийские гранты, думают, что я его возьму попозже, или я его возьму, когда пойду учиться, допустим, в университет, потому что он рассчитан только на 6 лет, он 6 лет может выдаваться, да. Так вот, она сказала, что, говорит, нет, этого нельзя делать. Говорит, лучше, если вы сейчас, говорит, по доходу, да, говорит, вот мне, говорит, спрашивают, если я знаю, что у меня, ну, доход не изменится в ближайшие там, ну, 15 лет, грубо говоря. Ага. Я лучше его потом возьму, а сейчас не буду брать, да? Она говорит, лучше возьмите, если вам не надо, положите, говорит, их в банк. Но, говорит, если вы, да, ну, имеете право его взять, лучше взять, потому что доход у вас, говорит, может не измениться. Но, говорит, я, говорит, работаю уже очень давно, я знаю, что очень могут измениться формулы. И сегодня твой доход под это подходит, чтобы брать этот, ну, грант B. Завтра он может, допустим, не подходить. Потом одна девочка какой-то вопрос задала, да, и она такая, как я люблю вопросы. Я сейчас объясню, почему это было громко и вот эмоционально. Она, как я уже говорила, темнокожие люди, они очень, очень эмоционально выражаются. Ага. И она как, блин, так я аж ручку чуть не выронила, да, и достает такой вот, ну вот такой вот таз с конфетами. И говорит, мы любим, когда задают вопросы. Тот, кто задал вопрос, тот типа берет к себе приз. Ставит перед этой девчонкой, она выбрала себе конфеты. Ну и, значит, в какой-то момент она такая, ну, значит, там что-то дальше рассказывает, кто-то еще задает вопрос, кто-то еще задает вопрос. Этот тазик с конфетами гуляет по аудитории, кто спросил вопрос, тот взял себе конфет. Ну и потом она такая говорит, вообще скажите мне, все уже успели, говорит, оформить? Какой там у нас дедлайн по оформлению ФАПСа? Ну, когда последний день можно подать? И тут прям такое ощущение, как будто мы репетировали. Все такие взяли и сказали, да? И она такая говорит, все, говорит, по кругу просто пускайте, типа, эти конфеты и ешьте, говорит. Я довольна. Ну, в общем, пускали эти конфеты по кругу, ели там. Ну, короче, конфеты такие, как обычно, маленькие твиксы, маленькие киткаты. Ну, то, что дают на... Как обычно, твиксы и киткаты. Нет, ну, зашибись. То, что на хэллоуин дают. Обычно вон мятные лежат, грызлые. Ты не так любишь своих этих, как нас любят. Блин, почему я не пошел на конференцию? Я тоже подумала, что, наверное, тебя тоже... А кто детей забирал? Я удивилась, сидели, почему я сахар не увидела. А, ну дети. Ну, ну что, ну ладно. В общем, после того, вот этой лекции о финансовой помощи, она еще каждому вот раздала по папке там документов, где в картинках прорисовано, как получить себе денег на учебу. И буквами написано, на всякий случай еще и в картинках. Вот. И мы перешли к третьему этапу нашей конференции. Перед этим нас спросили, хотим ли мы сейчас покушать или остаться на второй ланч после. То есть вы еле-еле-еле только закусили конфетами, вам предложили опять поесть. Да, да. Мы ну, коллективно приняли решение сходить посмотреть на третьего, кто будет нам рассказывать. А потом решить, есть или не есть. Да. И там уже был... Я вообще не знаю, кто. Ну, я не могу сказать, кто, но это был представитель того департамента, где если ты учишься на учителя, на работника, который будет работать в Transitional Kindergarten и в Kindergarten, то ты не должен не сдавать никакие дополнительные там экзамены. Если ты планируешь учить уже элементарии и остальные, то нужно будет сдавать, ну, экзамен. Это платный экзамен. Один стоит $91, другой $41. Ну, в общем, если кому-то интересно это на самом деле, он просто сказал, что мы же все имейлы там свои оставляли, он разошлет всю презентацию нам, и я могу потом Сереже дать, он выложит этот прайс, сколько экзамены эти стоят. Uh-huh.
он нам по полкам рассказывал, как готовиться к этим экзаменам. Но вот один из экзаменов, все они аббревиатурами называются. Я, если честно, еще ничего этого не запоминала, потому что на данный момент я считаю, что мне нужно сосредоточиться пока на том, что я делаю. А уже ближе к тому времени, когда мне этот экзамен сдавать, я уже тогда буду за него нервничать и запоминать, как он называется. В общем, он будет состоять из 4 часа, и в 4 часа ты должен чтение сдать, это значит прочитать текст и потом ответить, ну вот этот вот multiple choice, ответить на вопросы по нем, потом математика в это входит, письмо, на письмо делится на две части, 2 эссе нужно написать. Он 4 часа длится. За 4 часа все нужно это успеть сделать. Вот. Его можно пересдавать. Его пересдаешь, как бы, пройти и пересдавать. Как на права сдавать? 45 дней. Не сдал, заплатил, пошел. Нужно, чтобы 45 дней проходило. Если, допустим, не сдал, через 45 дней ты можешь опять сдавать. Вот. В общей сложности я там один быстренько экзамен попыталась посчитать. Да, если есть экзамен, который состоит... Короче, он стоил $297, я посчитала, вот если то, что мне нужно знать. Ничего себе. Вот. Опять же, экзамен, есть вот этот, который 4-часовой, который, ну, полностью сдается. Есть еще какой-то экзамен, который сдается, его можно частями сдавать. Допустим, сдал чтение, заплатил за него $75, потом математику сдаешь, потом письмо. Но он как-то по-другому, вот короткая аббревиатура. Но я говорю, я честно скажу, я вообще не старалась особо запомнить. Потому что, ну, я сразу думала, начала там что-то, фоткать там. Он говорит, не надо ничего фоткать, не волнуйтесь, все будет вам разослано. И я потом для себя подумала, что если мне сейчас это не надо, я не буду лишнюю информацию себе в мозг брать. Если вы хотите учить и уже знаете, что, допустим, вы хотите быть не просто вот учителем, ну вот как у нас, ну вот как миссис Смит, допустим, она учит, покрывает полностью 4-й класс, все там. Если вы хотите быть каким-то специальным учителем по математике, то это сдается еще какой-то другой экзамен. Ну, в общем, я в этой теме вообще, я говорю, только вот немножко поняла, что это будет порядка, если сдавать вот этот большой там экзамен и этот маленький, который делится, то маленький будет стоить, я говорю, $297. Ну и потом нам выдали сертификат о том, что я прошла. Ну правда, знаете, что он не подписан. Сказали, что он написать дома самому свою фамилию. Нет, стоит подпись, стоит, имя не стоит. Ну вот. И предложили всем, после того, как этот мужчина говорит, я вообще, говорит, видел все ваши, говорит, презентации, говорит, и моя получается самая скучная, говорит, я понимаю, что вы уже устали, говорит. Ну и он сказал, что все еще раз он это все отошлет, чтобы мы не переживали. Также он говорит, я пришлю свои персональные данные и любые вопросы, которые вам по презентации непонятны. Или вы уже в процессе подготовки к сдаче к этой экзамену, вы можете обращаться лично ко мне. И мы будем типа решать, что вам надо, какой вам суппорт, какая помощь вам нужна. После этого наша профессор, ну опять же, поблагодарила всех. А в начале всей конференции нам раздали билетики. Ну такие, что часть остается у тебя, часть у... Сдается. Сдается назад. И в конце, вот уже как он всех поблагодарил, мы ему вот, кстати, ему мы цветов не дарили. Тетенькам дарили, не дарили. Вот. Разыграли 5. Короче, разыграли рюкзак, 4 кружки. Ну, короче, сколько-то там призов разыграли в такую вот лотерейку. И потом профессор сказала, кто хочет, может как бы уходить, все остальные должны остаться на ланч, да есть. Потому что, типа, она... Кто хочет уходить, остальные должны остаться. Да. Она все смеялась, она говорит, типа, она... И до этого, когда мы общались про то, что будет этот день, конференция, все, она говорила... Говорит, вы понимаете, но если вы подписались, вы должны прийти. Она все время говорила, что она не собирается, кто в неделю есть то, что ты готов. Ну все. Было весело, было интересно. Ну, время пролетело очень незаметно. Ну хорошо, что сходили. Для меня, наверное, более вот было, скажем, интересно. Ну, финансовая помощь, конечно, это всегда интересно, это всегда хорошо. Вот.
Для меня, наверное, очень интересно было послушать вот эту женщину, которая первая самая была, которая рассказывала о том, как работать, как принимают на работу, о том, что... Ну вот нам как-то списали, что... Как эта женщина написала, что... Сережа, вот которая написала, что... Хорошо ли я подумала, что выбрала профессию учителя, что как бы, что и мало зарабатывают там. А, этот в комментариях ты имеешь? Да, в виду? Да. Угу. Что есть ли шанс устроиться, да, и прочее. Да, то как бы, я и до этого, ходя в нашем билдинге, где у нас учатся все классы по child development, я видела, что, ну, висят эти агитационные плакаты, типа, Калифорния нуждается там в тебе, там, угу, там, бла-бла-бла. Угу. Ну, плакаты, а тут она пришла, она говорит и... Ну, она же языком просто так ляпать не будет. Я тоже как бы так думаю. Вот, ну, мне было это... Плюс, ну, очень всегда очень интересно слушать вот эти вот личные истории, когда рассказывают, ну, вот, как учила, там, как сама пришла, как решила. Она говорит, а вообще от чего она чуть не прослезилась? Она говорит, я сегодня, говорит, я так счастлива, говорит, я рада вас всех видеть, говорит, ну, больше всего я рада видеть то, что у нас, говорит, 6 мужчин, говорит. В этом самом на конференции было 6 мужчин, которые планируют работать учителями. Okay. Она говорит, нашему, ну, как бы составу, нашему коллективу педагогическому, нам, говорит, крайне не хватает мужчин. У нас, говорит, мало учителей. И она говорит, я рада вас тебе видеть каждого. Ну, зайду, надо, чтобы и мужчины были в профессии. Ну, у нас в школе есть. Ну потом она и еще вот много пошли, говорила. Там же тоже есть этот преподаватель. Она много говорила о том, говорит, почему, говорит, вы должны, говорит, понимать ответственность, потому что, говорит, вы, говорит, меняете мир, говорит, вы меняете мир тем, кого вы растите следующее поколение, и, говорит, вы меняете мир. Она, короче, там, ну, в общем, ей надо на 1 мая выступать. Молодец. Все, можно ехать домой. Разрешаю. Вы были на канале «Наша жизнь в Америке». New Life, It's My Life. Ну, в общем, учиться, мне кажется, это здорово. Учиться это здорово, учиться это я интересно. Я очень рад, что тебе нравится. И я вижу, что это интереснее все-таки учиться, чем в Беларуси. Это все как-то... Ну, обыгрывается, Сереж, заигрывается, рассказывается. Сереж, я тебе честно скажу так, я не могу сравнивать, как было учиться, потому что я училась совершенно в другом возрасте, я училась совершенно с другим, ну... мировоззрением. Да, и поэтому мне сложно сказать, что прям вот это абсолютно... Да тогда мне абсолютно было... по барабану. Да. Поэтому откладывайте барабаны и хорошенько учитесь. Ну и пишите свои комментарии. Увидимся в новом видео. Бай-бай.